Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info, а перед нами VivoY01, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данное устройство установить анимированные обои. Для этого мы скачиваем два приложения. Первое — это TikTok, а второе — это живые обои TikTok. TikTok'ом и так большинство пользуется. Заходим в наш TikTok и заходим в TikTok'е в поиск. В поиске нам нужно вписать что-то в стиле Wallpaper Live или анимированные обои. Как хотите, только напишите. Здесь вам покажется большое количество разных анимированных обоев. Нажимаем на нужное нам и нажимаем на кнопочку «Поделиться». Дальше свайпаем в сторону и нажимаем «Установить обои». Установить обои. И нажимаем применить. Выбираем, куда именно мы хотим применить. И все, обои были установлены. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.